Главпахари представляет. В рамках крупнейшей сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО-2021» состоялась премьера новой модели самосвального сельхозприцепа «Грюнвальд». Новинка с алюминиевым кузовом 49 кубометров и четырехосным шасси – предложение для всех сегментов аграрного бизнеса. Новая модель призвана перевернуть представление о производительности в отрасли с высоким уровнем конкуренции – агропромышленных перевозках. Модель объединяет высокую грузоподъемность, устойчивое шасси и минимальную собственную массу. Кузов для новой модели создан бельгийскими специалистами компании «Стас» и производится из алюминия премиального качества. Прямой задний борт кузова имеет два сценария раскрытия – с верхней навеской и функцией распашных ворот со съемной перекладиной. Две зерновые заслонки дополняют функционал заднего борта. Рама полуприцепа изготавливается из высокопрочной стали Strengths S700MC и является гарантом уверенной работы в разных дорожных условиях и нагрузках. Осевой агрегат составляет 4 оси SAF усиленного исполнения Custom Design с дисковыми тормозами. Легкие технологичные оси, хорошо известные российским перевозчикам. Две передние оси снабжены подъемными механизмами. Собственная масса готового полуприцепа составляет 7260 килограммов. Узнавайте первыми актуальные новости сельхозтехники России и мира на нашем официальном сайте «Главпахари», а также на страницах Facebook, ВКонтакте, на каналах в Telegram и YouTube.